Война будет. Просто. It will be a Ну, war. почему именно война? Потому что будет битва во всех и психологически, и физически. Когда идет война, как бы кто хочет победить, он не смотрит ни на какие правила, ни на какие, сказать, ну вот на мелочи. Каждая, я думаю, вот на этом уровне каждая команда хочет победить по всякому. Неважно как. Физически, психологически или как-то, но нужно победить. Поэтому я использовал этот термин, потому что в ход будет идти все. Что с их стороны, что с нашей стороны. Потому что на данном этапе как бы нельзя придерживаться каких-то все отдельных. Будет и психологическая, и физическая борьба. И это только две вещи, которые я говорю. Будет еще много-много маленьких общекомандных, а еще будут игроки с игроками, чисто вот между собой. Поэтому именно это слово.